брек, а випускний танок студентів Київського національного університету культури і мистецтва. Михайло Михайлович, тут не інститут культури і мистецтва, ДК СБУ. Тобто ти, студентику, хочеш налякати СБУ людину, яка випустила Тіну Кароль, Ель Кравчука та Каріну Клай? Тьху! Чого ви вийшли? Я вийшов в рамках свого найпрощальнішого концерту. Слухайте, слухайте. Юний орел апокаліпсису! Пісенька. Кінець світу приходить, кінець. Розрука, розрука, триндець. Тільки зомбі тихенько співа. Кропива ти моя, кропива! Михайло Михайлович, це все повна єрунда. Що-що? Єрунда. Так, студентику, розберись. Культуру та мистецтво не спинити. Осторожно, окрашено, культурний за победы. Друзья, представьте себе случай в семье. Сын, ты что, куришь? Батя, я в первый раз. Первый раз? С Катькой! Да, с Катькой. Красава! Мало кто знает, что еще в советских фильмах существовала социальная реклама. Бабушка, ты туда не ходи, ты сюда ходи. Снег в башка попадет, совсем мертвый будешь. Зупинимо сніг, поки сніг не зупинив нас. Родился крестный отец. Родители мои, подойдите ко мне. Как вы меня назовете? Ну, мы думали, Костя или Александр в честь победителя. Будьте проще, назовите меня Джонни Зубочистка. Так, вы видите эту медсестру? Да, видим. Закатайте ей в ноги асфальт и бросьте в Днепр. Джонни, ну зачем? Ну, она слишком много видела. Если бы жил в наше время, работал бы наверняка в Макдональдсе. Тарас Шевченко. Я извиняюсь, у тех, кто свободный. Раскрепачена касса! Що замовляти будеш? Чізбургер. В неволі помирав знедолений козак. Чому ти вообще? Москалику перебігмак. Хорошо. Картоплю брати будеш? Ні. Гнувсь український люд від панських батогів. Копав картоплю український люд. Щоб ти її не їв! Хорошо, хорошо, візьму і вашу картошку. Дітям допомагати будете? Звісно, ні. В Африці дитина з козацької сім'ї на вилочку наколює тельбухи змії, благає уночі і молиться у день. Не хочу к тьоті Джолі, врятуй мене! Як тебе звати? Андрій. Врятуй мене, Матвій, бо нема до тебе віри. Пав порубаний поляк обличчям у ріллю, та хвацький козаченько мовив. Та-ра-та-та-та, я це люблю. Друзья, оказывается, в Международном валютном фонде работают крайне доверчивые люди. Здравствуйте! Здравствуйте!
Мы с Украины, и нам нужен кредит 10 миллиардов долларов. 10 миллиардов долларов! Вы знаете, вы не платежеспособная страна, и вам в деньгах отказано! 10 миллиардов! Ну что, Викентий Андреевич, будут наши бездомные собачки помирать на улице. Какие собачки? Да это собачки-сироток. Вы ничего не говорили про сироток? Про пожар в детском доме не говорил, и про сироток не буду. Какой пожар? Да там малютки хотели согреться, поэтому сжигали свои игрушки. А чем они теперь играют? Да зачем бедным малышкам играть? Кто уголь добывать будет? Ладно, дам я вам деньги, да. Тогда от всех малюток страны вам подарок. О, какие они милые. Да. Ребят, все здесь. Слушайте, такое дело, вот в Ocean Plaza новогоднее празднество будет гигантский фонтан с шампанским, прям зачерпывай, не хочу. И что дальше? Нам бы кубок побольше. Команда КВН осторожно, граждане, меркантильные, но смешные.